quest. Heroes are sent, seeking glory in the greatest of events. There are knights on noble steeds, those who will bring them to their knees. There are monsters to test their mettle at every turn. Legends will rise based on their merits. There's even pirates riding parrots. It's the grand tournament. Ты все еще кайфуешь под музычку, да? Да, под да, ролик. Мне тут в конце еще... А попугай, это просто шикарно. Мне да, очень попугай нравится. Хорош. Обязательно сфотографирую, принесу Филимону своему. Пусть посмотрит. Ты рассказывал про своего попугая-убийцу. Не приближайтесь к его попугаю, это я просто монстр. Я после того, как он у нас пожил неделю, было назвать его желание Хитман, там, не знаю. Но он реально убийца. Так, ну, собственно, вот вам табличка турнирная. Тайс. Уже на Близконе Осткака и Хой будут сейчас... сражаться как раз-таки за путевку, собственно, за третью путевку на Близкон. Напомню, что первый финалист у нас Тайс, второй Найрея, и один из этих двух ребят заберет себе третий слот. Да, все так и есть. И мы еще после этой игры должны узнать, кто заберет четвертый. Угу. По идее. А еще завтра у нас также будет трансляция, где ребята разыграют просто места, разыграют призовой фонд. Собственно, ни много ни мало, призовой фонд $25,000. И не надо шутить про то, что это мало. А, именно так. Ну и что, ребят, видели мы сегодня в принципе эту встречу уже, Осткаку против Хоя. У нас этой встречи открывалась наша сегодняшняя трансляция, но опять этих ребят столкнули лбами. И сейчас это уже действительно очень важно, потому что это прямая путевка. Сейчас, считай, на вылет игра, грубо говоря. Ну и вот, собственно, нам там очень быстро показали таблицу, что Павел ждет победителя пары Life Coach, если я не ошибаюсь, по-моему, Гера. Потому что там очень быстро показали. Там шестой ход первой партии, насколько я понимаю, да? Ну, действительно, это не Найрея, Павел, которые очень-очень быстро ходят. Эти пацаны вообще отыграли, я не знаю, просто как-то молниеносно. Да. Садятся у нас ребята, как видите, оба игрока представители организации NATO Свинцера. Намекает футболки, как бы. Да, это... этот да, цвет можно я узнать просто после везде. Вопроса, что они сидят в футболках. Я думаю, знаешь, гулял себе, гулял игрок по Близкону такой. Поймали, зашел в магаз. Зашел в магаз, а там бам, футболки Нави. Такой, блин, всегда хотел себе футболку Нави. Еще там, знаешь, чтобы сзади было написано фан номер один, там, типа, поехал. Ну, кто знает. Собственно, по... первой встрече у нас Осткака обыграл своего оппонента, но там для Хоя были отвратительные заходы. Изменится ли что-то в этой партии, сказать сложно, но будем смотреть с превеликим удовольствием. Да, ну, тут, не знаю, первой партии, когда эти ребята встретились впервые, сегодня это была, кажется, первая даже игра дня. Да, действительно. Такое чувство, будто вот у Хоя просто совсем все не заходило. Все увалилось из рук, то есть выглядел он совершенно подавленно. Сейчас, возможно, разыгравшись, одержав одну победу, он немного доповерил в себя, может быть, немного рандом над ним сжалится. Ну, судя по его только что закатанным глазам... Наивный рандом сжалится. Все очень плохо по-прежнему. Ну, пока, да, действительно, видим, что старт у него вяленький, но могло быть, наверное, и хуже. Могли быть две лорки и Ancient of War. К слову, я вот тут посматриваю информацию. У нас есть Hearthstone кафе в городе Киев. Нас смотрят в целых двух местах. Также есть Hearthstone кафе, которое смотрит нас в Екатеринбурге, в Ижевске, в Красноярске, Минске, в Москве, в Новосибирске, Подольске, Самаре, Уфе, Смоленске, города Харькове. Играем. Да, собственно, ребят, вам всем огромный привет. Если кто-то смотрит нас из зала арены, так что вам тоже огромный привет. И огромный привет. Да, вы можете попытаться выловить Олесю, если она пойдет за едой. Или Рому, я его выпихаю за едой. Нет, я никуда не... После этих слов я уже никуда не пойду. Назад пойти нет. Я знаю, как я тебя выманю хот-догом. Нет, я буду сидеть до последнего, я позвоню на бар, скажу, надо срочно занести. В общем, Олеся после игры пойдет за хот-догом, так что можете ее ловить. Можно я поем, пожалуйста? Ну, да ладно, шутки шутками. Действительно, у нас для Хоя хотя бы зашел боец Дарнаса, который сейчас погибает. Хотя бы погибнул. Ну, вообще,
у друида мы говорили уже, что старт не самый сладкий. Вот буйный рост такой. Тролль, буйный рост. Не, можно, кстати, было бы его, наверное, даже жмакнуть. Или тень все-таки. Ну, тень выглядит более внушительно, потому что это все-таки больше, чем на один ход. Ну и плюс может быть неплохой размен, если в дальнейшем что-то пойдет не так и выйдет что-то сильное. Ну и... Например... Ну, не знаю, например... Ну, кроме Таурисана, мне больше ничего в голову не приходит. Патроны, например, армия патронов. Армия патронов может выйти. Одного гневом, второго тенью, еще что-то. Там, пустить в размен. Тут, в принципе, да, я соглашусь. Ну и что? Аскака здесь у нас как-то подзадумался. Возможно, действительно, служитель боли вариант... Как-то после Павла и Найреи не смотрится. Вот. Как-то не идет. Очень медленно эти ребята играют у нас. Не, ну тут... Просто там тоже, понимаешь, там, когда игра дошла до больше, чем одной опции, они тоже начали уже задумываться, тоже начали немного... Или, или такие сложные, неоднозначные игровые ситуации. Да, ребята думали. Во всех остальных случаях, когда там у тебя, как мы говорили, да, первый ход на хендлоке, ты без монетки, как бы, ну, нажал передать ход противнику, и все, и... Расскажи это лайф-коучу. Ну, в принципе, да. Так. Смотри, а здесь, по-моему, немножко пытается реабилитироваться игра перед Хоя, заходит ему крошер. Да, и в итоге у него получается 4-й, 5-й, 6-й ход. Вот по мане очень хорошо, плюс тень очень классно разменивается сейчас со Шреддером. Не со Шреддером, с служителем боли, конечно. Погибнет она от оружия, но ничего страшного. Ну, как бы она задачу свою выполнила. Она выгодно трейданулась, не дала больше одной карты служителя боли. Это уже чего-то достоит. Потому что тут добор только в виде двух слаймов, один из которых можно дать только в того же Шреддера. Но тогда придется давать Армор Смит. То есть тут, ну, тоже все мастер весьма... брони... Не такой уж и ценный ресурс, чтобы так сильно за него цепляться, ну, зубами. Просто против друида хотелось бы себе арморчика настакать, чтобы друид тебе не залеталил там ненароком. Так. Ой, что... тяжело, кстати. Вот я смотрю, для обоих ребят как-то очень сложно играется, тяжело им решение принимать. Вот это вот на мышку пальцем нажимать. Да вообще этот... капец. АПМ овер 9000. Мне кажется, сидит или тебя сегодня тролль укусил? Да, такой, сидит, знаешь, какой-нибудь корейский старкрафтер, которого там просто мышь горит во время игры. Скорость принятия решений, там, 500 решений, не знаю, в минуту. И такой, да, конечно. Скиллуха, пацаны. Скиллуха тут прям валит. Нет, ну, как бы в каждой игре нужно что-то свое. Естественно, естественно. Нет, я не при... Не преуменьшаю достоинств Хардстоуна, это тоже интересная игра, классная. Но это сравнить, да. Это, конечно, немного забавно, согласна есть с тобой. Есть такие моменты, да, действительно, курьезные. Так, и что у нас тут? Тут у нас просто лотхи. Ну, по мане играет Хоя. Ну и микромашинка растет. Растет. Активный микроробот. Ну, как там, я маленький. Набью больно. Да, он нормально вообще... зачитывает. Так, и смотри, что происходит. У нас идет убийство микромашинки. И... Корсара направляем в лицо, конечно. Да, прикрывает Корсара. Надеется, что выживет его берсерк. Тут, кстати, большой вопрос, потому что, с одной стороны, может он забрать этого берсерка, с другой стороны, а зачем ему играть медленно, если у него настолько хорошо все по мане? В наличии Сильвана, в наличии Доктор Бум, то есть это получается очень шикарно. И у тебя еще прилично здоровье, чтобы прям диким образом пытаться все это разменивать. Mm-hmm. Ну, знаешь, смотри, Сильвана тут вообще не заходит, потому что сейчас будет, допустим, трейд Лотхиба, ну, либо не биться тогда. Ну, тогда все произойдет ровно то же самое, только армия хода ускаки. Так вот, то есть ты убиваешь, типа, провокацию, и все, у берсерка 5 дэмэджа. То есть ты ставишь Сильвану. И отдаешь эту Сильвану. Сильвана сразу умирает от берсерка, Лотхиб умирает от пушки, ставится, допустим, Таурисан, да? И что ты ему сделаешь? А ничего ты ему не сделаешь? Надо ставить Шреддера и, возможно, буйный рост. Угу. Ровно о том же подумал Хоя и играет крошера и буйный. Крошера и буйный. Буйный крошер. Буйный крошер получается. Комбинация?
было «Дикий рост и буйный рев». Не помню, где это я увидел. Ой. Где-то я увидел это. Не так давно. Так, у нас тут еще отправляется один слэм. Появляется экзекьют. Еще второй, один. Между прочим, уже, да. Не, вообще можно попытаться было бы сейчас как-то зафорсить этого берсерка. Ну, типа, дать там экзекьют, добить пушкой, посмотреть, что там выпадет, прикрыться гулей. Ну, в итоге, походу, так и будет делать. Видимо, да, забирает Ладхива, стакает армор и отправляет берсерка на 7 в лицо. Ну, это достаточно неприятно-то, стоит отметить. Ну и, возможно, уже как бы пора убивать берсерка. Уже понемногу он начинает тебя напрягать. Ну, сейчас уже реально пора, потому что сейчас очень классный заход иннервейта, и в итоге есть возможность поставить Сильвану. Если будет сильное желание. То есть у тебя останется существо со Шреддера и, естественно, еще Сильванка на столе. Ну, это если ему сильно захочется ее сейчас воткнуть. Я думаю, все будет зависеть от того, что выпадет вот отсюда сейчас. Отсюда выпадает вот такой интересный юнит. Ну, кстати, пригодится, потому что на девятую ману ты поставишь, допустим, Бума Hero Power. Да, и сможешь этим существом немного раздать урона. Угу. Как-то пассивненько у нас играет друид. Привыкли мы к более агрессивным друидам. А тут как-то пока... Так нет у него ничего агрессивного. Ну, тут да. Причем, опять же, друид от Хоя. И опять... Ну, сейчас, не ясно, сейчас что... все относительно норм. Не, что конечно. Бывало и похуже, бывали ситуации. Двое пеньков-дворева, помню, было, да, дело вот у нас сегодня. Две пары. Так, и что, просто полная зачистка? Ну, практически полная, я так понимаю. Хотя, может быть, и Дезбай там доберет этого ястреба. Ну, и здесь я так подозреваю, что все будет у нас на топ-деках. Есть контроль под Бума у Асткаки. Если он найдет еще кого-нибудь патрона, будет прям совсем шоколадно. Так, ну вот он, собственно, рев. Говорили о реве, вот и он. Ну да, ну вот смотри, если сейчас еще пеньки зайдут, например, то это может быть вообще очень жесткий топ-дек. Почему? Потому что бомбочки сейчас будут взрываться. Вот в чем дело. И может налететь в лицо как раз-таки подлетал, согласна. Да, да, да. А если бомбочки сейчас не взорвутся, то это будет вообще 200% летал, потому что они просто будут под ревом и будут разбивать кабинет. И так плохо. Да. Возможно, здесь надсмотрщик экзекьют армор ап, укус придержать под патронов. Но... Да, возможно, так и стоит сделать. Но все равно это... В принципе, топ-дек пеньков тебя что так убивает. То есть тут как бы ты не можешь обыграть эту комбинацию. Нужно просто попытаться повысить свои шансы, собственно, на какую-то победу. Но нет, все-таки идет у нас укус. Так, бам-бам. Ну вот, овер просто. Да, в итоге как раз... Хуя такой сейчас скрестил пальцы. Так, Хардстоун. Ну давай. Пеньки. Почти пеньки. Ну, как бы почти, да не почти. Его многие карты бы устраивали. Дракон, все, что крошер, угодно, кроме рева, иннервейта и все, гнева, наверное. Например, еще тоже. Не, ну гнева можно было бы хотя бы там командира убить в дальнейшем. Что угодно сделать. Ну, а рев тоже. Так все, урон. Ты же не можешь его воткнуть под этого. Ну, будет нажимать? Нет, не будет нажимать. Он еще не настолько зол на эту игру, чтобы прожимать рев. А здесь у нас есть патрон под надсмотрщиком, под командиром. Но маны не хватает. Да. Возможно, сделайте двух патронов. Да, может быть, кстати. Может, оно того стоит. Ну, у Хоя все еще есть шанс на топ-дек. Пеньков, например. Асткака, возможно, думает сыграть, не знаю, командира плюс патрона. Не, все-таки надсмотрщик, чтобы еще армор апнуться. Не, ну просто командир с патроном тут так вяленько бы выглядели. Ну, типа один патрон. Ну, это как байт был бы. Так, ну топ-дек пеньков.
Ну, почти топ-дек и почти Пеньков. Только но Таурисан. В принципе, Таурисан и Свежерор выглядят более-менее норм. Просто, чтобы почистить одного из патронов, у которого 5 атаки. Да, у тебя остается 11, получается, тебе нужно еще 6 выдать. Но разогнаться тяжело с двумя картами. Да, в итоге мы видим, 11 хп остается у друля. Так, и тут вердушка. Да, неплохо, неплохо у нас показывает топ-дек Асткака. Хороший заход патрона, в дальнейшем хороший заход... Ну, типа, да. Той же раскрутки. Ну, сейчас все равно пока что это не ГГ. Еще чуть-чуть не хватает. Что же с ну, этим по крайней мере, делать? Можно разобраться с Таурисаном и хорошенечко продавить в лицо. Не надо, наверное, даже разбираться с этим Таурисаном. Ну, в принципе, да, что так, что... хотя 5, 6... Не, ну, 7. Отдать одного из патронов, разве что с ну, конечно, Таскмастером. Конечно. Ну, вот он, стороны... кстати, сейчас выходит с рейнджа Пеньков плюс Рева. Ну, это он, вот, и возвращается обратно, потому что Таурисана он в итоге не стал трогать. Но тут, как говорится, топ-дек только может что-то решить. Так, если что, будет 8, да? Ну, надо затопдечить какой-то рему. А, не может ничего затопдечить. Итого будет 9. One damage of little. Опять у нас один урон долетало. Что ж за день-то такой? Игроки, наверное, ругаются там благим просто. Да, ну вот сейчас думает, что бы такого еще сделать. А что бы действительно могло произойти? Смотри. Тут у нас 5-7. То есть можно вообще в идеале нажать сейчас Savage Roar и добить. Кого добить лучше? Командира или патрона? В принципе, наверное, лучше командира. Потому что любой рывок, и все, и тебе габелла. Там служитель боли, и ты мертв. Да, нужно убивать командира. Определенно. Убей командира. Убей его. Да. Да, и он убивает командира. Ну ты что? Ты не влияешь на них. One damage of little? Так, громко, по-прежнему добор. One damage of little. Оружие нужно какое-нибудь осткаке. Это будет у нас это боевая еще одна попытка. Уже четыре карты за этот ход берет. Гуля. И да. Находит. Находит он таки летал. Близко. Это было очень близко. Это 1-0 в пользу Асткаки. Он, по-моему, так чуть подвыдохнул. Такой... Это, конечно, не ухмылка Павла однозначно. Такая коварная-коварная, но... Ну, Павлу еще предстоит поухмыляться. То есть у него это еще будет игра совсем-совсем скоро. Мы еще посмотрим на него. Да-да, именно так. Ну и победитель у нас Асткака. Все по сценарию первой игры сегодняшней. Не знаю, Хоя нужно... как-нибудь подсобраться, собрать в кучу какое-то его везение, потому что у него, конечно, с этим ну, сегодня надо, плохо. Да, обновить вот этот контракт с дьяволом, там, где он крови подписывал. И, в принципе, возможно, а шансы можно адресок? Появятся. Я бы тоже, чтобы топ-декала там все дела. Да, там, я думаю, можно и повыше ставки, в принципе, указывать. Ну да, потому что, судя по результативности Хоя, плохой контракт он подписал. Очень плохой контракт. Да, совсем-совсем плохой. Так, ну что? Сейчас 1-1 и потом 3-1. По старой схеме. По старой схеме. У нас пока только одна игра была, которая да, была 3-2. Павел Найрея. Павел Найрея как ну, раз. Не знаю, сложно сказать. Возможно, он с Хоя чуть-чуть подсобрался. И сейчас не проиграет с таким счетом. И будет сражаться, вот, не знаю, до последнего. Ну, игрок пробовали. Может гадать одно, да, надеяться на одно, а рандом может решить совершенно по-другому. Поэтому прогнозировать на самом деле действительно сложно. Соглашусь, пожалуй. Так прям сказал, как отрезал. Ну, так я обычно и делаю. В общем, где игра? Судьи по фастику, колоды, жмак-жмак-жмак и поехали играть. А это тебе не Найрея с Павлом. Ребята играют. И ребята сконцентрированы. Там тоже пацаны играли, и в принципе норм получилось. Действительно, не винера? Хуже, не хуже, да, действительно, чем ну, у каждого собственный игровой стиль, да? Кому-то нужно время на то, чтобы раскачаться. Например, лайф-коучу, чтобы, скажем так, разогреться и разогреть свой скилл.
В принципе, да. О, кстати, я смотрю, тут даже уменьшайстеры есть. А здесь у нас паладин на секретах. И это будет, конечно, очень интересная встреча. Мы с тобой уже обсуждали паладина немного Хоя, говорили немножко о... Вернее, даже не так, о Пристиаст, как ему много говорили. И мы пришли к выводу, что этот прист очень-очень хорош против агрессии. Поэтому тут давай, наверное, раз... смотреть. Да, тут как раз вот агрессия самая ярко выраженная. И сейчас, если будут хорошие заходы с... Пиромантом, Велином, возможно, Powered Shield, то это траш, он может просто захлебнуться. Да, действительно, причем мы сегодня уже видели такие вот хорошие старты для этого приста с, да, вот этих провокаций. Не в том, правда, сетапе, точнее, матчапе, в котором бы ему хотелось. Было дело, действительно. Вот сейчас, я уверена, он бы мечтал об этом дракончике 2-1, о драконьем посланнике, о сумеречном страже. Ну и на мулигане Асткака сбрасывают у нас абсолютно все. Получает в руку он пироманта Холинову бомбу и еще и Зеру сверху. Тяжелая-тяжелая рука у него. Да, интересно. Но пиромант, в принципе, есть. Монетка есть. Так нужен что... щиточек. Да, нужен щит и все. Тогда все сразу же будет в ажуре. А тут просто масса божественных щитов. Бабладин. Бабладин. У меня есть... характеристика этого паладина, но я, пожалуй, не буду произносить подобные слова в эфире. Не любят эту колоду очень сильно. Подозреваю, что связано с мужеложеством, возможно. Знаешь, в свое время этим словом называли хантов, а сейчас этим словом называют паладина. Это очень универсальное слово, им можно много кого называть. Ладно, все нормально. Я не смеюсь, все под контролем. Тут ты шел, какой там час эфира. Так, смотри. Какие вообще есть варианты? Есть неплохой вариант по мане. Это Creeper Avenge. Есть неплохой вариант по тому, что эффект сработает на карте. Это... Хранительница тайн плюс секрет. Ну, здесь нужно играть по мане. Поэтому идет паукан, идет хранительница, и он понимает, что доходит новые. Две новые. Жить и жить. Но жить-то тут как раз и немного осталось, на самом деле. Ну, следующим ходом одна холинова, потом вторая холинова, и плохо все. Хотя, как сказать, вот, ох, загадочный претендент. Ну, Хоя, как бы, похоже, договорился там все-таки с кем-то. Где-то переподписал в Альтабе, походу, там, на мыло пришло. Быстренько-быстренько. Не завозят карты, надо быстро продлевать. Там, инферно, gmail.com, все дела. Типа. Так, ну и что же? Возможно, это будет подготовка к Холинове, не знаю, с монетки Караптора, там, Крошера, например. Но это очень читаемо, это прям... Ну, тут уже будет абсолютно ясно, что ты будешь играть. Да не, шваркой просто этой. Не, хотя, с другой стороны, блин, Караптор тоже неплох. Да, потому что это все-таки существо еще 5-4 помимо всего этого. Но там же... А, там нет секрета, точно. Эвенж он тогда не нажал. Ну, нажмет следующим ходом, когда вот эту дискотеку увидит. Блин, вот это сервис, и я так хочу. Только нельзя. Я отставила вкусный пирожок подальше. Так, все, никаких пирожков, Леся, соберись. Он еще сейчас пахнуть начнет. Так, они изверги. Это специально, как пытка апельсинами была в известном фильме. Вот действительно была сыграна Холинова, готовится, видимо, у нас Аскака дать вторую. Там еще Redemption, блин, как все классно. Вот сейчас вот Redemption, он нереально хорош, если там, конечно, не будет потом этого. Хотя, погоди, ну пауки потом же появились, да, тогда... Должен, по идее, появляться первый шреддер. Ну вот. Колода, которая нормально должна играть против агрессии. Так нет, нет никакой антиагрессии. Что? Нет вообще никаких, ни таунтов, вообще ничего нет. Просто да. Ничего. Вот этот сумеречный страж, да, или драконий посланник, да, они бы поставили вообще жирный крест на ранней агрессии. Любую из 4 карт вот эту достань, и вроде как все норм становится.
О, отличное существо. Да, Ancient Watcher, конечно, немного не в тему, но вот... Есть еще и отмщение, сейчас на дозорного упадет, будет безумно обидно. Не, все-таки везет. Ну и теперь боевой вот этот Shredder 7.3, плюс еще появляется Mysterious Challenger. Можно будет через ход набросить, а здесь действительно претендент. Ну и бомба немножко попробует подзачистить стол. Ну, все плохо. Так, ну смотри, бомба бомбой. Но что если дать плюху сейчас в Шреддера и надеяться, что мщение кинется вот с вариантом там 50-50? Зато там потом сработает куча всего другого. В общем, круговорот секретов в природе. Ну да, да. Отмщение на дозорного, пробав на атаку. Ну, дозорный на самом деле сейчас очень хорошо играет для Осткаки. Ладно, дозорный. Посмотри, как играет Талнос. Он божественен на силу магии под освещением. Чисто гипотетически. Чисто гипотетически, да, это 3. Это на 50% усиливает заклинание. Так-то это не шутки. Смотри, здесь можно попробовать подзачистить стол через пироманты, например. Да, тут зачистка... А тут, в принципе, зачистка может быть неплохая. Тут можно и Караптора дать, и Shadowward Pain. Все что угодно можно сейчас тут делать. Как-то вот Осткака вроде бы взял приста. Вроде бы он неплохо заходил, да? Но чем дальше по турнирной сетке, тем менее уверенно этот прист выглядит. Потому что меньше авантюрных каких-то рашей и больше совсем тяжелых колод. Ну, тот же Хэнд, да, тот же Патрон Вар. Но... Более уверенные колоды. Тут тебе нет тех же, не знаю, фейс-хантов, с которыми эта колода, по идее, должна играть просто шикарно. О, там еще и Арморсмит. Ну да. Не то, чтобы это для Паладина совсем что-то зарешало, но все же определенно неприятно, это факт. Конечно. Ну, еще сейчас Талнос карту нарисует. Что же это будет за карта, тоже интересно знать. Хранительница тайн. И... еще один претендент. А вот это уже интересней. Да. Вынуждена с тобой согласиться. Единственное, что этот Ancient Watcher, он... Просто вот лучший дроп с крошера. Да. Для подобного паладина. Это, конечно, очень неприятно, но тут уже ничего не попишешь. Ну и, кстати, способность героя сейчас может быть очень эффективна в дальнейшем, потому что карт мало, каждый ход прокручивать себе существо неплохо. У оппонента, между прочим, закончились АОЕ. Две холиновы вышло, бомба вышла. С чем эту всю мелочевку чистить? Ну да, вот по сути остался пиромант, который сейчас на столе стоит, но на него тоже уже был потрачен Power Word Shield. Был потрачен дешевый ШВП, и остается там, по сути, вот Велен, который сейчас и есть. Даже ШВД еще в этой игре не было, да, у нас, да, использовано. Да. Я думаю, что Осткака сейчас... Вот вспоминаю я те времена, когда я делала золотого приста, и помню, вроде бы прист такой крутой универсальный класс, да, у него огромное количество ответок, у него много хороших АОЕ, у него много хороших точечных заклинаний по контролю. Но очень часто ты попадаешь в ситуацию, когда тебе эта карта тупо не заходит. Да. И когда тебе просто не заходит, ты достаточно бесполезен. Так, ну и пиромантом не бьет, не вскрывает возможный ложись. А здесь хорошо заходит освещение, и еще есть секрет. Ой, секрет, есть у нас еще печать, но по мане... Это очень неплохо заходит. Единственное, один кристалл не использован, но я думаю, это не страшно. Да, там еще чуть арморочка сейчас накинет Арморсмит. Ну там, к слову, почти летал, действительно. Но почти не считается в нашем случае. Потому что Наирея много про это может рассказать, потому что в прошлом матче у него там 3 хода, по-моему, 1 офф было. Да, у него там 1 офф, 3 офф, 4 офф. Там очень мало офф. Да, ну и кажется, для приста сейчас игра может закончиться, если он, наверное, с лазурного дракона ничего не затопдечит. Что он такого может затопдечить? 2 ШВД, например. По мане не получается втиснуть все это дело. Дракон, ну да, драконы тут тоже уже никак не спасают.
в принципе, да, тут, наверное, ГГ. Я так понимаю, что Асткака сейчас взвешивает все за и против. Летал, не летал, и стоит ли сдаваться? Есть ли у него какие-то ауты? Ну, вот ставит дракона просто посмотреть, что там еще выпадет. С грустным таким обреченным лицом бросает этот щиток. Ну, да-да-да. Тут, в принципе, понятно. Ну и секретный паладин одерживает первую победу. У нас, по крайней мере, на трансляции. 1-1. У нас тогда Хоя не успел сыграть на паладине. Его очень быстренько обкатали и без этого паладина. Да. Я вот смотрю, ребята уже на этих стульях, бедняги, ёрзают. Неужели они уже устали? Все устали. Я тоже ёрзаю, я тоже устал. Да ладно, мы с тобой... Это уже такое дело, а вот что-то ребята вроде бы между матчами им дают перерыв какой-то небольшой, но подустали, по-моему, игроки. Так, вот нам тут подсказывают, что следующий матч будет Decider в группе Б. Мы уже тоже говорили, кто это должен быть. Это должен быть, кто там, победитель Life Coach и Гера. Если я не ошибаюсь, и победитель этой пары против Павла. Да, против Павла. Ну и, собственно, напомним, ребят, что уже известно у нас два финалиста, которых мы увидим, собственно, на Близконе. Это у нас Тайс и это у нас Найрия. Победитель этой пары также отправляется у нас на Близкон. И победитель фактически следующего матча. Ну да-да-да, так все и есть. Так у нас сейчас все победители, все уезжают на Близкон. Прям сразу. Да, это как... И плевать, что еще месяц до Близкона. Ну да, но зато есть время, визу хотя бы получить. Не-не-не, подожди, давай не будем вот это, потому что Тайс нам в Киеве здесь на лан-финалах Старладера нужен 16-18. Так что не-не-не. А сегодня какое у нас число? Сегодня у нас второе только, да? Третье. Третье-десятое. Третье, точно. Потому что Близкон у нас 3-4, вот так. Точняк. Мы с тобой путаемся. Я уже тоже проходил тот немного. Этап, когда я ориентировался по числам только по датам ивентов, и то во время проведения этих ивентов, потому что что произойдет на следующей неделе, я, в принципе, понятия не имел. Такая же история, поэтому я, например, число знаю, потому что я помню, что европейский этап у нас 3-4, и знаю, что лан-финал Старладера 16-18, поэтому я живу от... А, так не, они все успеют, все будет норм. Да, и Хоя, так же, как в прошлом матче с Осткакой, во второй игре берет Хантера. Ну, в смысле, после того, как одну из колод у него убрали. Ну да, падает выбор у него на Ханта. Видимо, уже вроде бы не такой плохой заход. Ну, а там безумный просто киберспорт. Ученый, лук, а там действительно... Чисто киберспорт. Да подожди, киберспорт киберспортом, но если дальше будут заходить всякие, не знаю, мусорные после карты... После такого мусора не остается. Весь этот мусор, вот эти Innervate и Wild Growth обычно доходят тебе... Там на 6-7 мане. Или на 10-й стоп-дека, как или мы тоже видели сегодня. Но это уже так, больше, наверное, троллинг игры. Чтобы посмотреть, что ли, обе стороны медали. Ну вот, а у Ханта, в свою очередь, все резко испоганилось. Потому что Kill Command, Snake Trap. Хотя, нет, все опять более-менее в порядке. Пауканы неплохо смотрятся. Это факт. Причем очень неплохо будет работать лук с секретом с безумного ученого, плюс со змеиной ловушкой. То есть это все пускаешь на простак лука. А плюс, например, вот этот дикий старт, например, друида с озарением какого-то сильного существа, можешь подловить на морозную ловушку. К слову, у Асткаки мы, по-моему, Харрисона не видели. Я не припомню точно. Ну вот... У нас лайфкоуч, я знаю, лайфкоуч очень большой любитель чуть ли не на всех своих классах, в которых, само собой, нормально смотрится Харрисон, его использовать. То есть у него наверняка в колоде есть Харрисон. А вот у Асткаки не припомню, если честно. Так, у нас тут пауканы и пошли. И опять собаки. То есть карты, конечно, не очень хорошие для Хоя. Вот хотелось бы наверняка видеть какого-нибудь питомца к третьему ходу, потом крошера. Не, ну лук тоже-то, в принципе, норм. Ну, лук, смотрится. Да, лук неплох. Так, ну и но что идеален. Это будет? Это будет сайленс, естественно, это будет сайленс. Ну, опять так, же, еще и сова. Ему сайленс. Получи. Да ну. Да ну, куда?
Да, и Kill Command, конечно, не хотелось бы тратить. Так что уходит у нас в размен пушка. И ученый, наверное. Не, пауками разменивается. Кстати, смотри. Любопытный ход. Да, абсолютно не обыгрывает сейчас свайп. Его нет, но все же. Не обыграл свайп, не обыграл своего возможного псаря, если да. он есть в колоде. А не обыграл, не знаю, там, связку с килл-командом, хотя зверь на руках вроде есть, но он дорогой. То есть на следующий ход ты не сыграешь связку со зверем плюс командой. Да, тут, кстати, вот и свайп, и еще и Таурисан появляется. Ну вот первая нормальная карта, это высокогриф. Неплохо против друида очень смотрится. Да, ну и вот, хотел сказать, боюсь, здесь придется отдавать команду взять, но решил, что не стоит этого делать. Хоя, что-то вообще в all-in пошел, вот это... Понесло да, его. Да, реально. И если сейчас Асткака все грамотно сделает, то, ну, это прям будет очень-очень круто. Он сможет вскрыть секрет, полностью зачистить стол. Второй нервейт, конечно, ему очень сильно сейчас поможет, который у него на руках с самого начала игры. То есть можно сейчас действительно засвайпать, поставить шреддера. То есть, ну, вскрыть ловушку изначально, ударив деревом. Правда, минус. Две прочности на луке. Это 6 урона. Ну, типа, да, но с другой стороны, у тебя на столе есть дерево, на которое, скорее всего, прочность одна уйдет. Ага, обыгрывает морозную ловушку сейчас Асткака. И вот этот секрет сейчас для Хоя уже играет в плюс в серьезный. Смотри. А это мог быть псарь? Это мог быть псарь. Псарь на зверя? Да, 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 да. Это могли быть пауканы злобные. Возможно, не знаю, побоялся он, что ли, второго хранителя чаще, знаешь, на своего зверя, чтобы хотя бы активировать хрип с этого паука. Но выглядело это, конечно, немного странновато, по факту. Чё-то, да, немножко психанул. Здесь нужно убирать Таурисана. Как он будет этого Таурисана убирать? Будет он убирать с командой взять? Не знаю, для меня эти два игрока по игровому стилю, да, они немного схожи. Внешне они абсолютно разные. Но вот, скажем так, командная футболка и вот это спокойствие обоих игроков меня... Я просто смотрю на них и понимаю, что они схожи, черт побери, несмотря на то, что один там, по-моему, блондин или светлый, а второй брюнет. Они реально похожи, черт. Сейчас посмотрим, насколько. Ну что тут делать? Все по-прежнему думает, что это морозка. Опа, такой не морозка. Неожиданно. Норм. Очень неожиданно. Идет размах. Но решил он вообще не чекать, по сути, именно змеиную, а решил прочекать... морозку, наконец-то. И это ему только в плюс. Плюс уже следующим ходом можно, наверное, думать над тем, чтобы пугать оппонента леталом. Да, ты уже на самом деле пугаешь оппонента леталом, потому что там сколько получается? 9, 15, 16? Ну да. Так что, я не знаю, ставить высокогрива, отдавать его на растерзание... Но, с другой стороны, змеи будут, и псарь, скорее всего, сыграет следующим ходом. Да, действительно, возможно, здесь высокогриф самый лучший ход и самый правильный. Ох, просто хорош. Просто хорош это по нескольким параметрам, потому что появляется кипер, который дает недостающие 2 дэмэджа. И это просто под ноль. Асткака 2. Один в его пользу. И как нас там по фэншую? Сейчас Асткака должен третий взять, да? Ну, в прошлой игре было так же. Вот ровно так же. То есть, ну, Хой на самом деле мисплейнул. Жутко мисплейнул, как мне показалось. Вот этим вот пауком отданным. То есть, он сэкономил единицу дэмэджа.
А в результате не смог пораньше разыграть псаря, не смог хорошенечко продавить. Ну, не знаю, тут еще зависит от игрока. Например, он очень сильно тогда подставился под размах. Да, размаха не было, но тем не менее... Так я же что и говорю, что вот просто за мисплеил. Я думаю, что он потом разберет эту игру по полочкам и поймет, где он что сделал не так. Что псарь это... Ну, дело даже не в том, что псарь, дело в том, что это зверь, то есть у тебя килл-команд на руках, ты знаешь, что может появиться что-то тяжелое. Да, действительно, связка с килл-командом там была бы очень к месту в того же древа, чтобы оно не стояло. Да, и в итоге очень-очень-очень много вот этих моментов, которые друг на друга наложились, и получился здоровенный такой косяк. Но в результате он не смог выиграть игру, но тут уже ничего не поделаешь, надо делать выводы и идти дальше. Поэтому для Аскаки у нас остается последняя колода. Эта колода у нас Прист, если я не ошибаюсь, дракона Прист. Ну, вроде да. И для Хоя остается на выбор целых две колоды. И будем смотреть, потому что меня этот Прист удивил, порадовал и, скажем так, заинтриговал одновременно. Сможет ли этот Прист пробиться куда-то дальше? Потому что больно уж эта колода, не знаю, нестабильна, что ли. Причем мы сегодня это видели. Учитывая то, что Хоя в любом случае придется пробиваться хантом. Хантом, да, против этого Приста. Да. То это уже заведомо проигрышный матчап. И там должен быть какой-то нереально лютый заход у одного, либо не заход у другого. Да, действительно. В это, я думаю, именно все и будет упираться. Собственно, давайте смотреть. Возможно, у нас Хоя решит отложить ханта на финальную игру, не, а сейчас возьмет друида. 100% отложит ханта на финальную, потому что вот с этим стартом я вылетел вообще сразу. Да, если бы это был хант, это было бы, конечно, провал-провал. Это просто жесть. Там еще реально не хватает сейчас, чтобы он топ-декнул, я не знаю, любого дракона, чтобы еще и велп. Сумеречного стража, например. Да-да-да, сумеречный страж тоже, в принципе. 3-6. Привет, да, да, Хант. Да, да, да. Хант, ты в лицо любишь ходить, Хант, да, я слышал? Ну, ходи. Так вот. Да, этот старт определенно хорош был бы против Ханта, но вот против друида... Сложно сказать, нужно мулиган смотреть друида сейчас, какой будет у него, какая у него будет рука. Ну, пока гнев, наверное, только напрашивается для того, чтобы его можно было оставить. Все остальное — мусор. Не знаю, я бы, возможно, даже гнев бы сбросила в надежде получить хорошие, сильные карты. Обычно ремувалы у нас на мулигане оставляют против суперагрессивных каких-нибудь колод, да, чтобы сдержать раннюю агрессию. Да-да-да, ты права. В итоге все он сбрасывает, и в итоге получает буйный рост, получает тень. Круто. Да, и там Таурисан у него еще есть. Так, тут, в свою очередь, пока только один дракон, но его пока достаточно для того, чтобы триггерить первую провокацию. А, ну и сразу же идет на упреждение. Опять оно! Ну, на упреждение аспирантов, да. Опять этот замечательный ход, причем следующим ходом можно будет усилить своего пироманта, чтобы вывести с рейнджа, там, не знаю, чего-нибудь. Хотя, нет, это так не работает. Тут еще и Велинс Чоузен. Да, здесь прям все очень-очень круто. Тут нужно сейчас срочно доставать... Мне эта игра что-то напоминает. Да, где-то я уже такое видела. Причем даже с таким же опенингом ровно. Да, была игра практически идентичная. Причем между этими же играми. Да, и культистом был. И культистом тоже был. Что за дежавю? Это запись. Пацаны, это повтор, расходимся. На самом деле, ребят, это не повтор. Да повтор это все, что да ты не повтор. Это. Знаешь, вот эта шутка, с одной стороны, она меня каждый раз умиляет, когда я ее вижу в чатике, потому что сидишь в лайве такая, а там люди пишут, что это повтор. Сидишь и улыбаешься, а иногда это подбешивает, потому что какой к черту повтор? Хотя, глядя на эту руку, я бы, это пожалуй, повтор. Тоже бы поспорила. Сейчас, думаю, ходит такой, так, погоди. Где-то я где-то это уже видел. И может, там я, по-моему, повтор? Проиграл. Может, это действительно повтор? Не, ну, пока реально попахивает повтором, потому что ходить нечем. Действительно, посмотри, две тяжелых карты. Сильвана, Таурисан, Древо, Пеньки и Рев. По-моему, там двое пеньков у него было на руках и два рева. Там все было очень медленно, да, у него. Как-то все выглядит очень и очень неприятно. Но я так смотрю, Хоя все-таки сделал кое-какие выводы, поэтому сейчас он будет разменивать провокацию, забирать пироманта. И более или менее почистил он стол сейчас. Ох, хорош. Здесь есть ШВД,
То есть Асткака у нас готов к какому-нибудь Таурисану, Древу или гипотетической Сильвания. И сейчас можно хорошенечко... красота просто вот для Асткаки. Может разменяться, похилить, может дать Уменьшайстера разменять. Просто... Возможно, Уменьшайстер не самая плохая идея сейчас. Ну, Уменьшайстер хорошо. Занять стол. Да, Уменьшайстер может неплохо комбиться просто под ШВП, да, чтобы уничтожить более сильное существо. Или же Уменьшайстер под темную жрицу. Не... Да. Вот, двое пеньков! Это реально повтор! Не, ну сейчас, на самом деле, ситуация намного для друида более благоприятная, потому что... Вот можно было бы сейчас, я думаю, Таурисана попробовать уронить, потому что двое пеньков за 6 маны превратились бы автоматически в пацанов за 5, а это ни много ни мало 12 урона. То есть можно было бы и стол чистить в дальнейшем, и прочие вещи делать. Ну, возможно, решил, что он будет добирать карты какие-то с лорки. Да, тут сейчас идет, я так понимаю, что полный размен. И Караптора просто в лицо отправляет. Вот просто агрессивный прист, который оставляет на шестой ход друиду, ему всего лишь 17 единиц здоровья. Заходит размах, но это, конечно, пассивно. Либо древо, либо Таурисан, не знаю. Наверное, древо я бы сыграла на добор карт. Древо, да, древо хочется сыграть, во-первых, на добор, потому что у тебя уже есть как бы часть комбы, плюс у тебя есть Таурисан, если ход будет следующий противник относительно пассивным, ты можешь влупить Таурисана. Надо и... подобрать карт под этого, да, Таурисана, как раз, однозначно. Чтобы они были подешевле, естественно. Так что можно, можно сейчас пробовать добирать. Плюс тебе понадобятся рано или поздно эти киперы, а тому приста мы видим уже вот и Velen's Chosen есть. Как раз. Зато у него есть двое пеньков. Так, ну вот пошли две карты. Есть гнев и второй размах. То есть ремувалов прям заремуйся. Не, ремувалы это хорошо, но помимо ремувалов нужно еще чем-то побеждать пытаться. Вот с этим, кстати, сейчас будет проблема, потому что Velen's Chosen сейчас пойдет. Пойдет, возможно, ШВД. И вот эта здоровенная машина, там 7-8, отправится убивать. Знаешь, минус вот этого хода? Он хорош, но тогда Караптор в зоне опытного охотника. Ну да. И ты можешь очень-очень, скажем так, потерять свое хорошее существо. Ну да, в принципе, тут права тоже абсолютно. Но, с другой стороны, избранник Велена дает хороший урон, дает пробаф на силу магии, то есть Холинова будет бить на 3. Но ШВД однозначно, слово тьмы. Ну да, это вообще не обсуждается, мне кажется. Возможно, просто ШВД и удар в лицо без каких-либо последствий. Я вот вижу, как Асткака сомневается, потому что... Для него это возможность получить прямую путевку уже на Близкон. И он рискует. Он рискует, и я это одобряю. Ну и что, опытный охотник? Нет. Пеньки, гнев. Смотри на эту руку. Пеньки. Давай отбросим. Якобы мы не увидели Таурисана. Пеньки, пеньки, размах, размах, гнев, гнев. Красота? Ну, да. В покер бы с такой рукой сыграть. Ну что, как будет Хоя сейчас избавляться от этого 7-8? Есть у него несколько вариантов. Самый вот такой вот, наверное, простой. Это пеньки плюс, что ли. Ну, пеньки гнев. Смотрится неплохо. Просто отдавать два размаха как-то не совсем хочется. А по-другому, кроме как пеньки гнев, у тебя больше ничего не выйдет. Выглядит, конечно, безумно слабо. Ну, вроде отбиваешься. Ты просто сливаешь абсолютно все. Вот. А сейчас, например, прист должен дать кабалку. Просто потому, что больше ставить нечего. И хотелось бы, конечно, угнать какого-нибудь кипера. Но так как кипера не было прошлым ходом, ты должен понимать, что и в этот ход его, скорее всего, не будет. Если не затоп-дэчит. Ну, кстати, крошер очень неплох. Мог бы быть, если бы было 10 маны, да? Таурисан плюс крошер. Да. Вот хороший топ-дек, опять же, для Асткаки ШВД, если бы не второй, у него могли бы явно появиться проблемы. Так, ну а тут у нас пошел культист, да, культист ШВД, остается там только 7 здоровья у друида, но присту 7 здоровья добить порой не так уж и легко. Там, по сути, одни Караптеры из Берста и Холиновы. Ну да, иногда еще Смайт есть.
Ну, это ну, очень, в некоторых очень случаях, редко. Да. Учитывая, какая колода у Асткаки, я сомневаюсь, что эти заклинания есть у него в этой колоде. Хотя, кто знает? Так, ну вот сейчас, по сути, два свайпа и напрашиваются. Причем из-за того, что Таурисан стоял, соответственно, будет стоять, будут использованы, вернее, и два свайпа, и шреддер. Опытный охотник. Где ты был раньше? Да ладно, буквально несколькими ходами ранее. Все нормально. Да какое нормально? Боль? Ну, кстати, да, ты верно отметил, что здесь два размаха неплохо заходят. Ну, шреддер хорошо заходит. То есть вот сейчас друид перехватил темп. Вопрос только в том, не поздно ли это произошло. То есть 7 хп это все-таки мало. Я говорил, то, что у Приста мало бёрст дэмэджа, но а вдруг понять. У него там что-то есть? Вдруг у него там есть, я не знаю, какой-нибудь... Майнбласт, еще что-нибудь. Майнбласт, майнбласт, там, я не знаю, или хил вот этот на плюс 5, минус 5. Кто его знает? Священный огонь, да. Кто этого товарища знает? Тут топ-дек клирика. Просто топ-декище. Да, и... Неужели? Если следующим ходом Прист ничего не найдет, то это будет ГГшечка. У Приста еще в колоде есть Изера, которая очень бы хорошо сейчас зашла, если да, бы она Изера пришла. Да, Изера была бы идеальной вообще картой сейчас. Я вижу легкую полуулыбку Асткаки, потому что понимает он, что сейчас переломный момент, в который он может просто проиграть практически выигранную игру. Ну да, хорошо, хорошо он шел, вот в один прекрасный просто момент закончился остался прессинг. Без карт. Возможно, не стоило отдавать вот этого дракончика 2-1 вот так вот, да, придержать, чтобы скомбить его с драконом, сделать его более сильным. Ну, может быть, да, кстати. Так, ой, и появляется, кстати, Латхип еще. Ох, хорошо. Это топовая карта сейчас. Даже если Прис что-то и найдет толковое, а-ля, там, не знаю. Вот, кстати, и дракончик бы сейчас тоже пригодился. Да, дракончик бы действительно пригодился, чтобы сделать провокацию, но, увы, неужели все-таки каким-то волшебным образом у нас умудрится вытащить эту игру Хоя? Вот оно, не отпускайте друидов. Ну, кажется, это есть действительно оно, потому что этого хода тоже нет. То есть нет ничего абсолютно не закрыться, ни карт надрывать, ничего нельзя сделать. Можно жмакнуть новую, подрезать 4 дэмэджа. Добирает карту, я так понимаю, об Бигим Хантера. Угу. И надеется на хороший заход. Эх. Ну, заход типа неплохой, если бы не но Лодхип. Но не сейчас, но не стадии. Стадия немного не та игры уже. А тут все. Это... Да, потому что это пеньки рев. И у нас все-таки Хоя умудряется камбэкнуться. И счет у нас 2-2. И пятая решающая. Ну, собственно, уже вторая серия, которая я у нас переходит. Я вижу улыбку переходит. У него на лице. Он похоже, выдохнул. Остался Хант. Все. А вот Хантом продавить этого Приста, я уже говорил, это будет что-то невероятное. Заход нужен. Да, Ханту если у него друидом не вот такие вот проблемы были, что он на 7 хп еле там уже просто поднимаясь с этих колен, то включив Eye of the Tiger, там начал бегать вот по ступенькам, там качаться, начинает тащить. То на Ханте это сделать еще тяжелее. Угу. Потому что сайленса не так много, всего лишь одна сова. Да. Ну, две редко используют. Но все равно, там 4 провокатора, все 4 очень мощные. То есть это даже, ну, там на самом деле пофиг, Белчер был бы или не Белчер, потому что дракон там 3-6, это почти такая же непроходимая цель, как и там 3-5. С той разницей, что там можно, да, там щелкнуть с одной килл-коман, там нельзя. Ну, вот да. Как раз в это и упирается. То, что из Белчера вылетает слизь 1-2, тебе надо все равно добивать, а дракона тебе, в принципе, надо добивать. Ну, просто остается еще 3-1 это существо. Ну, собственно говоря, уже совсем скоро. Давай, наверное, смотреть, потому что говорить, наверное, об этом матче мы можем многое. Ты верно отметил про заходы, про таунты. Но, опять же, заход, не заход. Тут ключевая роль, потому что все-таки Хант против Приста — это ненадежный матчап. Ну, когда ты в Вагри попадаешь, ты все, ты понимаешь, что ты приплыл, если ты на Ханте. Или если ты Прист, ты говоришь, иди сюда, мой сладкий, в Балех, сейчас будем... А если тебе заходит так, как уже заходила Асткаки, крапторы, какая-то ересь, какая-то ну, грязь... Ну, тогда шансы есть, очень неплохие. И ты сидишь и понимаешь, что тебе нечем отбиваться до пятого хода, а тебя тем временем давят, душат и просто... выносят. Так, ну, собственно, с одной стороны у нас есть паук,
для старта. С другой стороны, у нас есть культист. Тоже для старта. Тоже для старта. Возможно, культист, кстати... Хорош. Как? Ну, я не уверена. Я бы не стала, например, культиста сбрасывать, но кто Нет, его знает... Нет, никто бы не стал сбрасывать. У него очень-очень много ранней игры. Это дракончики, это драконьи посланники, это пироманты, это клирики. Поэтому три остальные карты ты сбрасываешь, а этого оставляешь. Ну, возможно, учитывая, что у тебя есть монетка, да. Это слишком рискованно на мулигане еще его сбрасывать. Не, можно типа все скинуть, там, поймать себе еще раз Изеру Волджина и, там, я не знаю, и Караптора, например. И слить игру. Двух прям. И все. И действительно ГГ. Ну, не знаю, мне кажется, что большинство игроков бы все-таки оставило культиста. Все-таки это крича, причем очень жирная, 3-4. И с хорошим хрипом. Да, с хорошим хрипом. Хрип, правда, я за всю свою историю не знаю, сколько раз вообще в жизни у меня сработал этот хрип. Напрягать он напрягает. Да, но сам факт того, что его там надо убивать грамотно, это есть такое. Так, и у нас получается что? У нас получается пауки, ученый, квикшот и... Нет дракона. Псарь. Да, тут, во-первых, нет дракона, то есть у Осткаки уже проблемы с провокатором, но можно подождать еще один ход. Можно даже два хода, в принципе, подождать. Следующим можно отбросить, допустим, ну, ШВП. А там, кстати, у Ханта не так уж и плохо все. Второй дроп. Там еще псарь намечается. Ну, здесь, правда, не стал отсиживаться Осткака, отвечает культистам. Ну, культист силен, очень силен. Я думаю, должен знать сейчас, что за трэпы. Ну, морозки и змеиные. Ну, вот. То есть, с этого ученого интересно, что же все-таки прокнет. Но пока что у Осткаки есть ответы на все. Действительно интересно, что же сейчас будет происходить. Возможно, стоит паука поставить, да. Паук все-таки посильнее будет выглядеть. И даже бьется в культиста. А, не видно, что там за секрет. Так, и вот теперь дилемма. То есть ты можешь либо отталкиваясь от того, что это фристрэп, просто снять одну ловушку культистом, поставить второго культиста, это будет нормальный, на самом деле, ход. Либо без АОЕхи триггерить сейчас что-нибудь, каких-то змей, я не знаю, еще что. Не, морозку чекать это без вариантов. Другое дело, что делать дальше. Вот второй культист неплохо, можно было запараноить, обыграть псаря и дать ШВП. Но это прям бред, вот давать в паука для того, чтобы не накрыло это все псарем. Поэтому культист это более такой адекватный, наверное, ход. Но сейчас мы как раз видим то, что появляется, смотри-ка, псарь, пауки, все дела. И сейчас в отсутствие все того же отсутствия драконов нельзя сыграть красиво по мане. То есть даже поставь ты существо за 2 единицы маны, ты все равно будешь иметь 1-4. Это отвратительно. И сейчас ты просто таким образом, ставя вот эту подругу, ты говоришь, что у меня нет драконов, так что Караптор, может быть, зайдет, если сильно повезет мне там за топ-дейчу, появится этот самый Караптор. Ну, кое-как, все равно он обыграл, учитывая, что у него есть избранник Велина, он может усилить это существо 1-7, так не что... может он его усилить. Ну, метка охотника, да. Там... Определенно... Причем, проблемы. Я бы, наверное, даже подождал один ход сейчас. Посмотреть, что он еще покажет. Да, потому что, типа, метка охотника на 1.7 это норм, но, как ты правильно отметил, еще не был потрачен основной баф, Twelin's Chosen, и Хан должен понимать, что если для чего-то и стоит приберегать, то, наверное, только для этого. Хотя, видим, все-таки выходит он сейчас в атаку. Так, ну и мечта для Хантера, Kill Command... Квикшот. Сегодня тоже об этом был разговор, да, про эти невероятные финиши и священный дракон. Наконец-то он зашел. Как, по-моему, бедняга аж выдохнул. Если здесь еще и зайдет еще один дракон из Сумеречного Стража, наконец-то впервые за весь сегодняшний игровой день он сможет поставить в провокацию, то я думаю, что эта игра должна будет быть за ним. Ну, для Ханта, честно говоря, я не знаю, что сейчас должно произойти. Он должен за топ-дэчи двух высокогривов сейчас. Это единственное, что может качественное быть. И то, там есть ШВД и Кабалка, так что все эти там
А может быть, ШВД и Холли Нова, например, ближе к 7-8 мане. Так, и смотри, еще даже квикшот, я понимаю, один отправляется, да? Нет, не отправляется. А там маны просто не хватает. А вот и дракончик. А вот и дракончик. Бедная сова. ГТО получается у нас. И безумный ученый. Вот я думаю, что Асткака хотел бы больше ученого своровать, но решил не терпеть, не ждать. И не особо его это должно радовать, я думаю. Ну реально, камбэк возможен, мне кажется, только через высокогривов. Потому что все остальное уже ничего не осталось. Типа квикшоты сейчас отдавать в размен. Ты знаешь, что пристаты вообще сейчас просто никогда да не убьешь. От добора ты сможешь использовать на добор только один квикшот, них, да. И на топ-деках против пристаты особо не выиграешь. А тут у приста все очень хорошо, потому что есть Сумеречный Страж, Избранник Велена, это будет очень жирная провокация, а ты сову отдал, метку отдал, и непонятно, как ты будешь выигрывать. Да, Time Moves Quickly, действительно. Ну, такой тухлый ход. Очень. Куда же ты, квикшот? Он же похилит. Ну, видимо, думаешь, что не так-то уж и хотелось. Да ну тебя, короче. Подумал Хоя. И просто да, тут квикшот. Twilight Guardian, и сейчас еще Velen's Chosen на него, или там на кабалку, вообще пофиг на кого. И все, и ты просто well начинаешь played. Разрывать. Mm-hmm. Да. Даже вот ну, а толку? Как же я люблю, кстати, это комбо. Ом-ном-ном-ном-ном-ном-ном. Это просто ШВД, Холли Нова и... Ну да, что, Хант, привет! По мане очень классно сейчас заходит. Там еще и Зера следующим ходом. Но я думаю, тут уже можно смело поздравлять Асткаку с его победой. Да-да, думаю, что именно так. Тут уже аутов реально не остается на вот этих одних топ-деках. Особо не выйдешь. Да, сыт не будешь. Там уже нажали кнопку с секретом на Ханте. Вот сейчас выключили, потом опять нажали. Они тоже, судя по всему, понимают, к чему это все идет. Ну и добирает с квикшота своего же паукана, выпадает kill command и мексна. Well played, действительно. И опять Асткака побеждает своего тиммейта. Ну, в этот раз несколько более напряжно, но последний матчап, я был уверен, что именно так и произойдет. Что постоянно попадаюсь я либо с той, либо с другой стороны. И постоянно происходит именно так, как было сейчас. То есть у Ханта средненький старт. Прист его просто изничтожает. И это при том, что Прист был без драконов вообще. У него провокаторов у него не было. Очень долгое время не было комбо, чтобы это все скомбинировать. Да, вот нам тут сейчас супер пафосно объявляет Рэйчел, что это третий... человек, третий ездок на Близкон, который получает, да, квоту сейчас на участие в этом турнире. Это Чизкейк! Где Чизкейк? Это он Чизкейк. В смысле, его ник переводится как Чизкейк. Асткака? Да. Лол. Норм. Блин, зачем мне напомнило по Чизкейк? Я вспомнил Чизкейк Фактори в Штатах в тех же. Там такие божественные чизкейки. Так, просто... все, давай не будем о еде, он... иначе я тебя сейчас съем. Он размером, я не знаю, просто с такой говяжий окорок, такой здоровенный-здоровенный этот чизкейк, стоит всего $7. Ну как, всего. Для Америки это на самом деле вообще гроши. И ты его реально сам вряд ли сможешь съесть. Он очень-очень крут, это чизкейк. А, как я хочу чизкейк. Да, тебя показали, кстати, в этот момент. Да, это было очень вкусно, и я тебе... Злой ты человек. Собственно, дорогие друзья, у нас как раз-то есть несколько минут паузы, чтобы вы сбегали взять себе вкусности. И я тут тоже, у меня вкусности стоят. Так что встретимся буквально где-то минут через 7 уже со следующим матчем. Да. We'll be right back.
Thank you.